Господи, какая красота. Блин, какие-то сопли. Брови вообще нужно обходить. Ёптель-моптель, я в бровь залезла. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня будет необычное видео и в необычном месте. Я уже здесь снимала, конечно, одно видео, но... В общем, мне здесь нравится сидеть возле моего комода, почти под столом. Ладно, речь не об этом, не о том, где мы будем снимать наше видео, а речь о том, что мы будем снимать, что за видео. Сегодня я собираюсь делать глиттерную маску своими руками. Откуда пришла у меня эта идея? Моя Кристинка, скромняшка Крис, канал ее будет в описании. Сейчас вставлю здесь фоточку. Она заказала себе с одного из сайтов глиттерные маски. Но, как я поняла, что глиттерные маски уже существуют давно. Мне очень понравилось это и вообще красиво, то есть идея вообще самих таких масок, потому что в них можно и селфи красивые делать. Ну и вообще, да, мы вот на масках немного заморочены, девчонки, есть там в инстаграме разные пандочки, зверушки и много-много всего другого, там засыхают по-разному, пенятся, в общем, разные есть маски. Я увидела, и я думаю, что, в принципе, эта маска стоит недешево. Я у нее не спрашивала, сколько она стоит. Я думаю, что она стоит недешево. И подумала, а что, если сделать такую маску самой? Ведь что нужно для этого всего лишь? Маска, которая снимается пленкой. И также в нее можно намешать разные блестки, глиттеры, там найти что-то прикольненькое. И получится классная маска, в принципе, как они и делают, наверное, да? В общем, искала я маску-пленку, и для начала я взяла ее в RevGosh, потому что я ее нигде не могла найти, я нашла в RevGosh вот такую. А совсем недавно мне написала девочка, говорит, Селена, пришли маски-пленки в фикс прайс. То есть у меня получается вообще практически, даже можно сказать, фикс прайс глиттерная маска будет. Ну, некоторые фишечки там будут добавлены из других магазинов, потому что в фикс прайсе не было, но, в общем, расскажу все. Но я думаю, что вот эту маску я оставлю, она стоит 100 рублей в RevGosh, она тоже там была одна. Я ее оставлю просто, чтобы сделать маску, да, такую. А может, она еще для чего пригодится. Но мы будем использовать сейчас, и заодно затестим, я надеюсь, мои блестки все не испортят ее, эту маску, которую я взяла в фикс прайсе для всех типов волос, блин, лица, для всех типов кожи. Гладкость и сияние. Кстати, эта девочка, которая мне ее порекомендовала, сказала, что кожа как персик после нее. И еще здесь есть для нормальной и жирной комбинированной кожи. Но я увидела только одна, вот такая у нас розовенькая была. Вот еще зелененькая есть. Фикс прайс. Как она сделана там? А, она вот в таком тюбике, что мне удобно будет, потому что мне нужно будет в емкость выливать эту маску, а потом быстро-быстро делать из нее супер-пупер маску. Значит, нам понадобится вот такой мерный стаканчик, нам понадобится наша маска, пленка. И что я с собой взяла? В фикс прайсе я набрала, как вы помните, я покупала вот такой вот для ногтей песочек, который мы втирали, и очень красиво получалось. Оказывается, девочка мне одна написала, говорит, Селена, а я не видела другие цвета, я думала, только золотистый, вот у меня золотистый был. Я так поняла, что не только золотистый там. И когда я зашла в очередной фикс прайс, я остановилась у стоечки и разглядела все цвета. В общем, там были еще и серые. В общем, у меня серый, у меня какой-то зеленоватый, у меня тут черный какой-то. И самый классный белый, мне кажется. Получится, я думаю, вот типа у меня вот здесь на ногте втирочка, видите, есть. Я думаю, что типа того получится. Значит, вот такие втирки есть. Потом у меня давно для ногтей тоже всякие вот такие блестки есть разные. В общем, я собрала все, что есть у меня блестящее. Вот такое есть у меня. И еще я видела у Кристинки, там же в этих масках на фотке видно, что там какие-то звездочки просачиваются, сердечки или что. Я долго искала и нашла, у нас в Зебре такое продается. Это магазин только у нас, вот Ростов, ну, в Южном округе где-то несколько магазинов. В общем, вот такие вот. Может быть, в ваших магазинах, где есть всякие блесточки, такое будет. Сердечки и так далее. В общем, пока я готовилась к этому видео,
я подумала, а что сделать, если вот у нее была черная маска там и такая серебряная, сияющая, очень красивая. А я подумала, что если сделать с розовым немножечко отливом, да? И у меня ведь есть здесь розовые сердечки, мы можем использовать, да, трех даже видов, такие сиреневые, розовые. А, есть у меня вот такой какой-то цветной, цветные блестки такие какие-то. Не знаю, короче, что-то должно сейчас получиться интересненько. С чего мы начнем? Давайте я придумаю сейчас, что мы сюда добавим. Так как маска засыхает очень быстро, я думаю, что нужно нам сначала навести раствор из наших всех блестков. То есть пудра какая будет, да, там может быть блестки еще какие-то всякие, вот звездочки, сердечки мы сейчас сюда добавим, а потом в эту смесь мы быстро добавим маску, все перемешаем и бегом нанесем на наше лицо. Посмотрим. Так, первое, мне не терпится, честно говоря, открыть вот эти вот сердечки наши. Красивенькие такие. А, они здесь, господи, я переживала, они здесь в баночках еще. Я хочу использовать прям розовые, сиреневые и вот такие яркие фиолетовые. Они тоже как бы, мне кажется, из семейства розовых. Они плоские, я искала именно какие-то такие плоские. Ну, мы их по чуть-чуть сделаем. То есть вот немножко розовеньких бросим. У нас же лицо небольшое. Так. Да, думаю, хватит. Пригодятся еще мне на что-нибудь. У кого лицо большое, тем можно побольше. В общем, я думаю, все индивидуально. Каждый сам как хочет, так все и кладет. Уже много получается. Буду вся в сердечках. У меня спадает лямка. Не обращайте внимания, пожалуйста. Так. И вот такие вот темно-фиолетовые. Так, не терпится. Ничего получится. Они блестящие, их можно чуть-чуть побольше, чтобы они прям прикольно как-то сияли. Они блестящие и переливаются. Так, теперь в эту смесь лучше получилось. Теперь в эту смесь мы добавим с вами, давайте, песка. У меня вот такие вот 5, но нет нигде здесь розового. И, наверное, самое близкое, которое к нам, это будет все-таки белый. Я надеюсь, что он будет переливаться и очень красиво блестеть на моем лице. Я его насыплю. Открываем аккуратно. Вообще эти втирки, вот этот порошочек, он очень классно блестит. Я думаю, что он как раз-таки придаст нашей масочке вот это вот сияние красивое. Посмотрим. Так, что, жалеть, не жалеть? Так блестит. Кажется, белым порошком просто каким-то. Ну, вообще я не буду. Вот мне кажется, втирка, она классная, белая. Я не буду ее прям сильно расходовать здесь. Она мне нравится. Я ее поберегу. И что теперь еще? Ага, у меня есть вот такие вот розовые блестки. Они такие красно-розовые, какие-то разноцветные. Я думаю, что их тоже можно тут добавить. Они придадут что-то необычное. Может, как раз-таки что-то розовое придадут. О, господи, какая красота! Страшно, аж страшно. Так, ну что? Я думаю, этого нам достаточно. Еще у меня есть вот такие белые, белый песок такой красивый. Можем тоже его бросить. Чуть-чуть. У меня там уже офигеть, сколько всего получилось. Блин, я надеюсь, я не зря это все расходую. В общем, у нас получилось что-то вот такое. Песок этот прям испаряется. Теперь мы берем нашу маску. Так, чем мы будем мешать? Буду мешать обыкновенным косметическим карандашом, потому что я ничего не нашла. Хотя у меня есть всякие кисточки и все-все-все. В общем, открываем нашу... А, давайте почитаем сначала инструкцию. Как обычно, я не читаю. После применения нанести маску-пленку на предварительно очищенную кожу, что я уже сделала. Равномерно распределите тонким слоем, избегая область глаз. Блин, я тут, наверное, не на тонкий слой. У меня одни эти на тонкий слой. Избегая области губ, волос, бровей, оставьте средство на лице до полного высыхания 10-15 минут и медленно снимите, аккуратно отделяя края маски от кожи, остатки смойте водой. Так, применяйте 1-2 раза в неделю. Ну, я думаю, все. Так, открываем тогда. Так, она запечатана, наверное. Ой, я люблю, когда маски вот так запечатаны, а не открыты. Мне кажется, это как раз-таки о чем-то говорит.
чем-то говорит. Говорит о более надежном внутреннем продукте. Девочки, так боюсь, надо все делать быстро. Все, поехали. Я не отвлекаюсь на вас, короче, делаю все. На тонкий слой выдавила. Быстро закрываю. Быстро перемешиваем. Пахнет маска очень вкусно, кстати. Быстро перемешиваем, быстро. Перемешивайся, давай. И все, я наношу ее, бегом. Куда положить? Я ее наношу, пока она не застыла. Она очень быстро, кстати, застывает. Блин, какие-то сопли. Давай скорее, мы должны это сделать. Ой, как она пахнет вкусно. На носик. Давай, размазывай. Ой, в зеркале прикольнее. Ой, как она блестит. Так, глазки обходим, волосы тоже обходим. Мой лук красивый. Ой, глаз. Так. Ай, волосы. Волосы. Я даже на губки зайду еще. Пусть тоже увлажняться. Вот такой маски точно ни у кого не было. Такую можно сделать только собственными руками. Ну что, теперь мы ждем 10-15 минут. Получился у меня, конечно, не тонкий слой, у меня получился конкретный слой. Возможно, мы подождем это не 10-15 минут, а подольше. Посмотрим, как она будет сниматься у нас. Мне кажется, очень красивая. Можно селфиться, пожалуйста, в Инстаграм. Где мой телефон? Где мой телефон? Вот он. Сейчас сделаю фотку. Все, селфи готово. Пойдемте рассмотрим, как следует мою масочку при свете дня. Смотрю на себя. И ощущение такое, что я переборщила со звездочками, с этими сердечками. Но мне так хотелось их побольше. Масочка засыхает. К сожалению, камера не передает всей блескотни, которые я вижу. Я мерцаю прям вообще очень красиво. Мне очень нравится. Я не знаю, как это передать. Я уже при разном свете пробовала, но не передает. Кажется, очень красиво. Она застывает, еще красивее становится. Да, чувствую, засыхать она будет долго. Зато красиво. Все, мои хорошие, прошло полчаса. Как правило, я то переношу, то не дохожу, и все равно у меня в некоторых местах еще не подсохло, блин, вообще прям липнет. Ох, сделала себе масочку, не знаю, как это убирать, я же и так лишненькое там что-то подубирала, все равно оно не высыхает. Короче, оно так застыло, честно говоря, что мне кажется, что это похоже, знаете, вот черную маску как-то делала я давным-давно, когда ее сдираешь, и так больно, что она выдирает там все угри, ну то есть она очень конкретно такая пристала ко мне, поэтому мне будет очень интересно. Так же больно это будет или нет? В полной мере мы, конечно, не протестируем с вами эту маску с фикс-прайса, потому что неизвестно, как вот этот порошочек, вот эти глиттеры все повлияли на нашу масочку, да? Может, она будет как-то труднее сниматься или не будет труднее сниматься. Все.
девочка, она сказала мне, что очень смешно было, когда она снимала эту маску. У меня, например, на лице присутствует легкий пушок. И если вот с волосами, короче, это больно. Прям реально, как та маска. Блин, это не такая маска-пленка, которая, знаете, так вот приятненько снимается. Я думаю, мой глиттер не повлиял, честно говоря, на это. Так, вот тут все почти просохло. Больно, вот прям волосы. В конце концов, маску это на самом деле, если совсем будет больно, можно снять, я думаю, водой, потому что я мыла сейчас миску, и все хорошо смылось. А, и руки тоже. А. Ой, блин. А. Очень больно. Видите, насколько она крепко держится, что она даже мою губу поднимает. Так, в принципе, вот здесь нормально на лбу. Ой, жесть, конечно. Брови вообще нужно обходить. Ёптель-моптель, я в бровь залезла. Я сейчас не буду рисковать, вдруг я сейчас себе эпиляцию сделаю. Я ее смою лучше. Конечно, будет лицо как персик, потому что здесь еще и эпиляция. Вот такая вот у нас маска получилась, все красивая. Ну-ка. Так, тут это у меня то, что не досохло, легко снимается. Ну да, лицо такое приятненькое. Сейчас пойду, короче, все это дело умою и окончательно скажу. В общем, я пришла, очень все хорошо смылось, блесток никаких нигде не осталось, за что я переживала, что я буду вся в блестках. Нет, они все остались на этой маске, что хорошо. Все оно смылось хорошо, то есть если вам больно, вдруг будет ее отлеплять, то вы можете легко смыть, оно легко смывается. Вот, по эффекту, ну, в принципе, да, вот особенно где волосы у меня были, мне кажется, легкая эпиляция произошла, и да, оно стало такое гладкое. Вот в области носа, не сказала бы, что-то нужно более существенное. В принципе, масочка мне так, в общем-то, понравилась. Я бы ей пользовалась, может, даже вот так, в области носа, и вот здесь, вот, знаете, потому что все-таки больно, когда вот волоски такие, да, у кого вот есть щетина, то может быть больно. Вот. Кремом я уже смазала, поэтому если блестит кожа, то это, скорее всего, от крема. Все, мои хорошие, я надеюсь, мой эксперимент вам понравился. И я думаю, что не обязательно много было так сердечек мне использовать. Да и вообще этой маски было много, ее действительно нужно тонким слоем, но нужно еще быстрее, видимо, ей работать. И один раз сделать, попробовать ради селфи прикольно, почему нет. Вот. Так, конечно, постоянно делать, это особенно для таких мамашек, как я, которые на бегу все летят, спешат, вот это намешивать, конечно, не очень удобно, времени много занимает. Но для вас, как идея, я думаю, что может быть прикольно. Вот. Так что, кто еще не пробовал, кто хочет попробовать такую маску, и у него, допустим, нет денег, или просто даже не кайф тратить деньги, да, чтобы один раз сделать себе какую-то прикольную маску, то можете воспользоваться вот такой вот моей идеей. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, если вам понравилось мое видео, и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди много интересного, и я собираюсь тестить много всяких приколюх из фикс-прайса, и также на моем канале много других видео. Также с Алиэкспресс у меня уже почти на подходе посылочки. Очень интересные для хранения, классные идеи. Я думаю, вам понравится. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не упустить новые видео.
А я вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.